пригороде краевого центра найден мертвым 25-летний сын хабаровского бизнесмена, которого похитили с целью получения выкупа. Место, где избавились от тела, подозреваемые указали сами. Они пытались сжечь труп на пустыре неподалеку от дачной платформы «Садовая», недалеко от станции «Красная речка». Замотанные в полиэтилен останки облили бензином и подожгли. Задержанные, по данным полиции, ровесники жертвы. Два подельника, 25 и 26 лет, были задержаны сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по Хабаровскому краю. По предварительной информации, на момент возбуждения уголовного дела похищенный молодой человек уже был мертв. Расследует дело Следственный комитет. Установлено, что один из похитителей – одноклассник жертвы, поэтому заманить молодого мужчину в ловушку было легко. 10 января подозреваемый позвонил ему и попросил забрать из ГСК на улице Шелеста. Когда мужчина туда приехал на своей машине, подозреваемые напали на него, избили, связали. 11 января 2017 года они позвонили родственникам и потребовали выкуп в размере 20 миллионов рублей. Отец пропавшего, 51-летний бизнесмен, выходец с Кавказа, вступил в переговоры. Однако после телефонного звонка одноклассник похищенного вдруг понял, что у него нет шансов выйти сухим из воды. Оставляя в живых жертву, он автоматически раскрывал свое инкогнито. Похищенный был задушен веревкой. Сообщники обвиняются в похищении человека и убийстве. С места происшествия Юлия Рябцева, Михаил Сергеев и Павел Рогатин.